Здравствуйте, мои дорогие зрители и зрительницы канала YouTube, планеты YouTube и зрители моего канала Жанна Гельтнумера. С вами Жанна из Германии. Вот я переоделась, не стала вас травмировать. Какое уже видео, там 6-10, все в одном виде, думаю, надо все-таки приодеться и одеть другой аутфит. Так что вот так вот. Есть настроение, поэтому снимаю кучу видео, и чтобы с вами поделиться. И если у вас есть возможность, купите то, что я рекомендую. Рекомендую я всегда не то, что рекомендуют другие, потому что я люблю пробовать что-то такое неизвестное и потом высказать свое мнение, свое субъективное. Да. Что я купила в ТК Макс. Нравится мне этот магазин ТК Макс. Я уже рассказывала о потрясающих средствах для волос. Вот здесь сделаю ссылочку. О интересных кремах для лица сделаю здесь ссылочку, которыми я пользуюсь. Прикупила я интересное средство вот это вот от Burberry. Посмотрите мое предыдущее видео. Достойно внимания. Такие интересные вещи там бывают. ТК Макс по низким ценам. Сейчас перейдем к косметике. Я просто в восторге. Я просто в восторге. Так что вот. От этих вещей. Есть у меня от этой фирмы. Ичик. Значит, NewKidCosmetics.com, по-моему, это марка английская, но производят они в Тайване. Хорошие у них вещи косметические. У меня есть одно видео, вот здесь приведу ссылочку на гель для глаз. Что я говорю, гель для глаз? Гель для подводки, ну, делать шикарные стрелки трех цветов. Они так оригинально сделали, вот такая вот маленькая упаковочка, и значит там три цвета. Посмотрите мое видео, значит, интересное средство. Уже оно у меня где-то, наверное, полгода, да, но ему ничего не происходит, ему ничего не делается, не засыхает, и в общем хорошая вещь. Оно выиграло как в каком-то году признание покупателей. Да, приступим. В общем, опять это в общем. Упала у меня упаковка. Разбились мои румяна. Вот эти румяна. Но это не румяна, даже можно как люминайзер использовать. Сегодня оно у меня вот здесь. Отличная вещь. Вот смотрите. Таких румян у меня не было, поэтому я купила такой цвет. Так. Тонкая такая пигментация у них идет. Цвет разбился. И, в общем, упаковка разбилась. И упаковка у них такая непрочная. Хочу сказать, упала, и все, а-ля улю. Но качество отличное. Представлено у них в двух палетках. Вот эта палетка, еще одна палетка у них есть. И мне понравилось. Их румяна от этой New Kid Cosmetic. Стоили они там в ТК Макс 4 евро. А в интернете подороже. Сделаю ссылочку вот здесь. Увидите, сколько они стоят. Но они неплохие. Неплохие. В общем-то, неплохие. Не сказать, что прям 10 из 10, но где-то 8 из 10 я дам. А теперь о потрясающих румянах. Я вот им даю 10 из 10.
Смотрю я, значит, они так скидывают в Текомакс, если упаковки нет, они скидывают, вкладывают в пластиковую упаковку, закрепляют ее так плотно, чтобы там никто руками не лазил. И стоило 1 евро. Я такая думаю, 1 евро, такая потрясающая упаковка, шикарная, да? 1 евро надо, думаю, купить. 1 евро, вон, Essence стоит. А это, смотрите, зеркало. Кремовые румяна. Сделаю я ссылку здесь, на сайт, что пишут. Ой-ой-ой. Стоят они в интернете дорого. Называется это у нас Physion Brands Америка. Вот этот цвет Gossip. Это, по-моему, сплетница по-английски. Вот такой знак. Тут упаковка. Сначала я купила вот эти румянки. Да, без упаковки. Залезла в интернет, начала читать. И там пишут, что, значит, за 28 дней делают вам щеки молодыми, этот крем. Не так много видео на этот продукт. По-моему, 2-3 приведу. Посмотрите на китаяночки или японочки. Но это потрясающие вещи. Я никогда не пользовалась румянами кремовыми, но это меня потрясло. Такая потрясающая вещь. И лицо корректировать удобно, и не шибетесь, не перемажете, не замажете. Ну, в общем, для начинающих, кто начинает пользоваться, или кто любит естественный макияж, это просто находка. Вот это уже другой цвет, вот это Gossip, это Crave. Посмотрите, это у нас идет с золотистыми частицами. Хотя, кстати, вот как-то вот разница не так уж и сильно и заметна. Ну, в принципе, оба с какими-то золотыми частицами, если так присмотреться. Ну, вот это вот коричневато-золотистый цвет. Ну, на лето, наверное, скорее всего. А это вот Gossip, это вот как бы уже такая роза. Ну, розовый, как бы считаете, оттенок. Хотя, может быть, в видео вы посмотрите, и вам покажется другим этот цвет. Но вот этот вот, он на загорелое лицо идет. Сегодня я пользовалась вот этим. Наношу я, значит, вот такой вот губочкой. Такая вот страшненькая. Вот беру просто так, вот так-так-так-так-так. Вот, например, вот здесь вот так хорошо проводить. Коррекцию делать. Вот здесь вот. И румянка тюк-тюк-тюк здесь. В общем, девчонки, если вы купите, если увидите в Текомакс или где-то в интернете, или где-то что-то, покупайте, не раздумывайте. Потрясающая, потрясающая вещь. Да, вот, кстати, потом я побежала в Текомакс и купила за 2 евро. Тут в упаковке, вот смотрите, цена. Это была 6 евро у них, потом скинули до 2. А это официальная цена, по-моему, в интернете. Ну, даже я, по-моему, дороже видела. Такая упаковка. Не дешевая. Вот Скульптива пишут. С какими-то веществами. Ну, сделаю внизу или здесь почитайте, что они пишут. Фантастически потрясающая вещь. Я просто в шоке, я в восторге. Почему об этом продукте никто не знает? Все покупают Шанель, Диор и что-то там прям пищат в восторге. Но смотрите, какая шикарная упаковка. И как надолго этого средства хватит. Расходуется вообще чуть-чуть. И как-то заметила, что трудно переборщить. С макияжем. Девчонки, рекомендую. Это вот хит, хит мой года, наверное, скорее всего. Хит года, это вот, вот это вот. Посмотрите мое видео. Фирма вот это. И вот это.
Я как-то смотрела видео Крыгина, конечно, мне нравится Крыгина, там да, интересные вещи рассказывает, но все продукты, которые она рекомендует, это просто для меня катастрофа. Я только довольна этим розовым карандашом, но остальное это же просто катастрофа. То, что она рекомендует, и кто-то рекомендует тоже, да? Этот бенефит за 30 евро, по-моему, стоит этот бенефит. Я не знаю, сколько тинт. Такая ерунда! Ты... Просто какая-то ерунда. Так я попала с этим бенефитом. Такая это ерунда! 30 евро и вот это вот, пусть даже за 22, которая официальная цена, это же небо и земля. Это же небо и земля. Девчонки, в общем, будет возможность, купите, не пожалеете, не пожалеете, не даже вот этот продукт не пожалеете, отличная вещь, хотя стоит совсем недорого, какой-то там бенефит сумасшедший, вообще раскручен, я не знаю, наверное, там этот бенефит всем бесплатно раздает этим блогерам, и чтобы они его рекламировали. Ну, говно на палочке. Хочу вам сказать, этот бенефит. Если бы он стоил бы 2-3 евро, я бы не говорила бы ничего. Но это стоит таких каких-то сумасшедших денег. И вот это вот шикарные вещи. Все. Критику прекращаю, нельзя ругаться. Надо говорить какие-то положительные вещи. Так что вот так вот. Оставайтесь со мной. Будет много чего интересного. Да, расскажу еще о волосах и о ногтях. Оставайтесь со мной. Подписывайтесь на мой канал. Будут вот такие вот грозные отзывы. Грозные. И хорошие рекомендации по средствам для волос. Как за ними ухаживать. Вот видите, ухаживаю, ухаживаю, ухаживаю. До свидания, мои дорогие, до свидания. Всем привет, ты из Германии.